Итак, красавельчики, продолжаем. Выполняем задание сыграть одиночную игру. Сейчас играем. Ну, он сегодня оформил хит. Итак, Андре Кларо. Хэт-трик. Первый гол. Нета забивает. Прыгает выше всех. Это может быть опасная атака. Какая реакция, какой прыжок, класс! Сыграли одиночный сезон против Марселя. Походу стоит на легком. И тут забиваем красавчинский гол боковыми ножницами. Андре Кларо. Кажется, имеет хорошие шансы стать настоящей новостной бомбой. Здесь отличный удар. Дальний ударчик. И удары хорошо идут. Отлично сыграно, надо решать. Невероятное спасение. В порядке так размялись, 6-0. Посмотрим еще раз гол. Андре Кларо. Как же круто забили. Подача, чей мяч будет? Бамс. Как же здорово пробил, а? Да, и посмотри, какую потрясающую координацию нам здесь. Боковыми ножницами. Красавчинский гол. Крутяк. Испробовали сезоны. Походу из-за дивизиона на легком там стоит. Берем награды. Что дают? Стадион. Ежедневки тут. По схеме. Физформу дали. Это возьмем награду. Аренду дают. Посмотрим, что там интересного. Арендами не играем. Ну так посмотреть можно. Япония. Тагава. Красиво, но аренды не используем. Неинтересно. Одиночную игру сыграли. Набор серебряных контрактов. Забираем. Стартовый состав. Берем награды. Серебряный набор вознаграждения. Интересно. Минимум один редкий. Брогно. Бельгиец. Как-нибудь затестим. 78 скорость. Средненько. Ну, для начала пойдет.
Дальше что у нас? Купить игрока. Не знаю, покупать или нет. Сыграем матч. Задача выполнена. Порядок. За сыгранность. Смешанные контракты. Берем. Пригодится. Дальше надо сыграть команду недели, обыграть. Или сыграть просто. Легендарный стоит. Сложность. Что тут еще есть? Можно так играть. Тренироваться. Брать монетки. По сложности. Проверим ультимат. Сложность. Будет жестко, походу. Потому что составчик там серьезный. Настроим тут тактику. Скорость на 60. Так, сыграли этот матч. Это было жесть. 0-6. Смотреть нечего. Погнали брать награды. Берем последнюю награду. Премиум набор. Опять посмотрим аренду эту. Видаль. Афилай. Пойдет Афилай. Для ПЛ-очки. Набор из трех игроков. Неплохо. Хулахан. Ирландец. Аюб. Чабалала. Чабалала. По сыгранности никуда не идет. Так, какие-то задачи уже выполнились. Так, испробуем Невеса. Альматайри неплохо справился. Поменяем здесь Андре и Невеса, чтобы добавить сыгранность. Алвес. Не получается его проверить. Физуха пойдет. Погнали. Соперничек нашелся. Борец. Кто там кашляет? Белая форма. Blackbirds команда. Смотрим составчик. Так, Бразилия, тренер, испанская лига, перемешку, наверное, со второй лигой испанской. Без сыгранности
крайние защитники. Может, сыгранность что-то и дает. Посмотрим, как получится. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских. И как пробил? Ударчик. В одно касание, это вообще не в тему как-то. Что там за пауза? Борьбу у защитника. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивает. Андре. Хорошо. Удар. Удар с разворота. Прям вратарь. Да хватит кашлять. Не болей там. Развить атаку, перехватывает передачу. Есть Савли. Забег. Отлично сыграно, надо решать. Навесик. И подает в штрафную. Кто? Блин, зря. Рано пробил. Надо было принять. Какой-то, знаете, между собой. Себальос. Это может быть опасная атака. Опасненький навес. Удара не выходит у соперника. Прям в руки. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Здесь защита справляется. Если нет, схавал. Так, да Коста, что за пас? Я давал верхнюю. По задумке пас. Перехват есть. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Есть, есть. Игрок впереди, пройдет передача. На развороте и ударчик. И... Есть первый гол в этой игре. Красавчик. Он, конечно, пойдет на пользу этой Руи встречи. Фонте. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Да, наверное, команда подсела к концу тайма, но не стоило сейчас пропускать. Хоп, в дальнюю. Да, гол в раздевалку поднимает дух. Вратарь вышел. Первый гол есть. И второй тайм начался. Пока неплохо. О, вот он разогнался. Один защитник отыгран. Да как он проскакивает, даже с немного не ставит. Не попадает в ворота. А это был отличный шанс сравнять счет. И этот шанс, к сожалению, упущен. Одним игроком пробежал. Обойти получше. Пятый привоз. Увидел открывание. Можно бить. Так как ты спиной бежишь и бьешь? Ну что-то совсем непонятное у него получилось вместо удара. На туре непонятно. Причем до ворот-то было всего ничего. Старался пробить технично, но почему-то пробил совсем не туда. Своими действиями игру не обострить. Вот это пас прекрасный. Проходит эта передача. Может быть опасно. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Ну, может быть, подать пора? Или проскакивает. Выручил. Блин, удар не успевает. Команду. Тут его прижимает. Подкати четко играет. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Вперед. Пас. Блин, забежал. Удар нужен. Мимо цели. Мать, повезло. Нужно забивать. Второй раз везет. Есть, качнули. Есть шанс развернуть контратаку. Вот может быть опасно. Обыграл. Вратарь спасает своих. Удар никакой. Он внизу еще забегал игрок. Можно было дать. Блин. Посмотрим за этой атакой. Кико хорош. Двойной отбор. При массированной обороне всегда... Всегда хорошо занимает позицию Кипа. Мяч отобран чисто. Ну пять. Как, кто-то не потерять. Первым. Можно провести контратаку. Тащит мяч вперед он. Спасибо. Отлично. Да что за пас? Это удар. Опять везет. Давай подачу в сторону вратаря. К
кого коснулась. Вот так вот хитрят, угловой разыгран. Себальюс. Есть. Защита надежно играет, мяч отобран. И есть, 1-0. Уверенная победа на раннем этапе чемпионата, и пока что команда оправдывает свой. 1-0, победка. Соперник почти не попадал по воротам. Есть. Смотрим, голец. Пройдет передача. И пробил. Оп, на развороте. Есть первый гол в этой игре. Вытянули вратаря. Он, пойдет на пользу дальний. Этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Шесть очей. Так, задачу выполнили. Все сухо онлайн. Берем монетки. Самое главное здесь. Зеленые связи. Двух игроков. Неплохо. Джонни. ЛЗ. 77 скорость. Капуто. 85, итальянец. Неплохо так. Сезонный фут. Серебряный. Набор. Карагонис. Форма. Дальше. Берем наборчик с Гризманом. Смотрим. Финлей. Редкая карточка, серебряная. Правый полузащитник, 89 скорость, неплохо. Пиральта, Пардо, бронза здесь. Хуан Карлос. Бай. Неплохо так. Серебряный рачок. Погнали, сыграем матч еще. По составу. Физуха. Центр подустал. Правый фланг. Сыграем таким же составчиком. Посмотрим, как будет. Так, соперник. Команда Пюдже. Дракула Вова. Составчик. Опять Испания. Один португалец.
Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом. Сержио Гарсия в нападении. Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их стоит у него. Может решиться благоприятно. Посмотрим. Игра началась, смотрим. На экране состав команды «Хозяин». С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него. Нет, захавал. Тащит вперед мяч. Хорошо увидел есть партнера впереди. Ну, так как ты так прямо бьешь? Ёлки-палки. Команду вперед уже на первых минутах встречи. Все возможности для этого были. Жаль, не хватило точности. Андре. Это может быть опасная атака. Есть. Есть адрес у этой передачи. Подкат. Ставь, не имеешь права. Пенальти. Ну что, ему ничего Луис не осталось Фернандес сделать, он хотел как лучше. Да, он спасал свою команду в безнадежной, казалось бы, ситуации. Если, конечно, это можно назвать спасением. Не выдержали нервишки пацана. Удар с пенальти, гол! Есть, Андре забивает. Красавчик. Пенальти. Грамотно положил мяч в ворот. Вот так был реализован пенальти. 1-0. Сейчас будет веселее. Да уж, веселее. Чувак в меньшинстве. Себальос. Может получиться интересная атака. Андре. Кулебали. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Отлично сыграно, надо решать. Оп, там подклад. Есть навес. Тут может что-то получиться. Немного сзади есть игрок, на него есть голец. Прекрасный гол. Оп. Чувак вышел. Победа 2-0. Странный какой-то соперник. Смотрим голец. Удар с пенальти, гол! Нервный чувак попался. 9 очков набираем. Так, неплохо сыграли. Ребята подустали уже. Посмотрим в следующей серии, кого можно будет поставить. Всем пока, ставьте лайк, кому понравилось.